Здорово! Значит, смотри, сегодня мы поиграем в режим, который в игротеке называется вот таким вот образом. OMG Aram S2. Здесь у нас карта, которая Fun Ram вроде как-то называется, не помню. Короче, у всех у нас есть вот такой вот скилл, гоблинский кодекс. Это означает, что мы не можем прокастовывать наши скиллы. Вот, вручную. Но при этом каждый раз, когда мы получаем урон, либо когда мы наносим урон, то у нас будут кастоваться наши скиллы автоматически. В общем, как-то вот таким вот образом. Надеюсь, будет довольно весело и интересно. Так что давайте, друзья, усаживаемся поудобнее. Всем приятного просмотра. Ох, как я под горн сильно сделал. И, кстати, вы можете заметить, что у нас тут аж целых 20 человек. Абсолютно все вот эти вот замечательные люди... А как это закрыть? А вот так это закрыть. Абсолютно все замечательные люди эти присутствуют с Discord-сервера. Ссылочка на него есть в описании видоса. Так что можете присоединиться, залетать к нам на видосики. Ну и, в принципе, если вам вдруг не с кем поиграть в эту замечательную карту, то welcome to Discord. Ждем вас, друзья. Смотри, смотри, он бежал, по-любому хотел дать какой-то скилл. А можно у меня что-то скастуется? У меня всего лишь один активный скилл. Пожалуйста, скастуйся. Ну, станчик, хоть разочек, ну дай. Да нажмись ты, стан. Просто ноль станов за игру. Ладно, не страшно. Давайте ауру возьмем. Мы будем человек аура. Или человек с аурой. Так, надо в Тараску выйти в первую очередь. В эту замечательную. Ох, еле выбрался из-под снега. Откуда же так навалило? Теперь ясно, на эпиках же вышло глобальное зимнее обновление. А вместе с ним и 19 новеньких зимних кейсов. Кстати, за их открытие ты будешь лутать очки эпиков, по которым можешь пройти в топ за день или за ивент и получить дорогой дроп. А если ты хочешь получать его постоянно, то по моей специальной ссылке ты можешь забрать зимний батл пасс, где каждые 15 левелов будешь лутать гарантированную аркану, а на 60 уровне тебе выпадет ДК хук либо плечи на СФа. Кстати, этот БПшник абсолютно бесплатен, не тратьте лишние 300 рублей на его покупку. Этот батл пасс позволит тебе также бесплатно пробежаться вместе с Кункой по полю препятствий, минуя мины, и забрать сундуки и мега сундуки. Только скажу сразу, этот режим временный, так что поторопитесь. Также лови мой промо и обязательно его активируй, чтобы получить дополнительную попытку с Кункой, а также 15% бонуса на баланс. Ссылку и промо я оставлю для тебя под видео, не упускай такие подарки на Новый год. Так, на Ретоксин наш? Наш. Да. Стан, нажмись. Нажался. Здорово, Бристакок. Ой, это неприятно сейчас было. Давай, станчик. Я в тебя верю. Хорош. Еще. Слишком маленький шанс, да? 40, да. И 5% всего. Ладно, время менять. Я тебя бью. Ладно, к черту идти. Где я? Ага, понял. Все, погнали накидывать. У меня, кстати, вот этот скилл, по идее, будет больше вызывать скиллов других. Ого, больно. Так, там обратка уже. А, пофиг. Бьем. Хорошо. Ждем толпы. Пускай разлетает туда-сюда. А, при получении ближний бой 0.
Что поменялось в этом режиме, не пойму. На дальников одно работает, на дальнем. А способность, у тебя способности. Оно не срабатывает, если у тебя способка работает. Способка попадает по тебе. Ну а тычек срабатывает. Да. А, все, понял. Ну, теперь ладно. Понял. Что-то нам тут накидали, пацаны. Ну прикольно, сплывает прям все. Под радиус. Огроменный. Сейчас будет аканимчик, будет кайфово. Ой, корабль не наш. Так, в обратку не очень хочется бить. Не хочет работать. Спиной повернулся, думает умный. Это и за еще одной ромкой скажи. А, меня убивает. О, щиток, это хорошо. Найс. Добить. Хорошо. Хорошо. Да, на стриме, конечно, повеселее у нас это все работало. Ух, нифига, ребятки, у тебя там. Я не знаю, работают ли мультикасты. Но мультикасты? У меня есть аганим, у меня есть Torrent Storm. О, это весело. И я готов найти какую-нибудь веселую дичь. Давай, дерзай. Я готов врываться. А, понял. Сейчас буду помогать. Бей дальников, у них меньше шанс срабатывания. Все, я отошел. Ну, значит, моя очередь. Давай. Как теперь? Хорошо. Еще тычечку. До свидания. Так, Тараска есть. Блин, я реально походу человек аура. Первая Тараска есть, это замечательно. Ага, золота не хватает. Рампага моя. Вот еще рампага, смотри. Застелили. Давай, накидывай там на фурионе. Накидываю. Рампашки. Нет, тут страшно, что непонятно, да. Где чьи скиллы. Ну я тоже шторм устроил, я жив, могу отойти. Ой, как больно это делает. Хорош. Рунки. О, регенка. Убираем рунки. А ну сюда иди, брат. Я до тебя добью. Над регенком. Не знаю, как это сейчас сработало. Хорош на Джаггернауте. Я думал, это у комментатора у кого-то срабатывает, а это ребята у нас разговаривают. Да, ой, видно. Хорошо, как их подконтролили, классно, а? Все ради вас. Красота. Хотелось бы. Ой, как больно. Орехи не надо. Остановитесь. Там под вышкой прям опасно драться. Все, кайф. Я так хотел умереть. Идем помогать. Я до конца.
Мэтакенс получается. Ну не подпашет. Я так отошел, немного порегенился и возвращаюсь в бой. Сейчас, парни, я подойду. Наваляешь с ручки? Блин, мне умереть надо, у меня целых два скилла. Ой, почти умер парень. Это было больно. А это ты на снайпере? Да. Я пофиг, я регенис бегаю. Снайпер, привет. Брат. Привет. Так, Морф, давай подеремся. Иди сюда, Морф. Ого. Это у кого ульта шейкера? Так, до свидания, молодые люди. А хотя давайте драться. Как раз умрем, получим скиллы новые. Все, нормально. Санстрайк. Ну, порвай гоним собрать. Ближник. Ну, да. Что было про новые скиллы? А, понял. Так, ну я покупаю аганим, пацаны. Аганим и тридент. Но на тридент пока мне не хватает. Сколько ренжа там каста этих? Ну это ульта, конечно, грязь. Да, наверное, это плохой выбор. Хирошана попей, Путобер. Когда они все вернутся к жизни. Пойдем. Я имею в виду именно Асани, чтобы он скиллы свои юзал. Нарошана не будет на нас. Не будет? Нет. Что-то они все разлетелись куда-то. Так, я хочу кого-нибудь побить, чтобы фэш-голем у меня скастовался. Будет еще снайпер. Больше хп. Снайпер, как так? Это все по плану. Не надо. А-а-а! О, все, отлично. Иди сюда. Давай. Но я оставался таки. Где мои санстрайки? Да. О! Вот! Лепота! Бейте Влада, получите себе санстрайки. Нормально, пошли дальше. Так, ага. Кстати, там КД что ли? Блин, у меня аганим руинит. У меня ульта не прожимается. О. Надо менять этот скилл. Ну вот это плохо. Но надо поменять, извините. Он слишком часто кастуется. Давай, снайпер. Хорош. Влад, ну это, конечно... Ну, извините. Да, ёпта. Подходят, фотографируют, бить не могут. Ой, Дум. Так, ну у меня есть одна замена скилла, если что. Ладно, раз можно пойти умереть. Да. Это мой? Ой, это мой. Да. Ой, хорошо. Ой, дуй меня. Ну, это, конечно, он сам да. Кастуется постоянно. Пацаны. Ой, иди хорош снайпер. Иди под мантан. Я здесь постою. Думаю, ладно, иду под фонтан. Сука.
Наконец-то. Блин, я целую минуту буду теперь сидеть. Все, вопрос решен. Это хорошо. Друзья, пока в игре небольшая тишина, хочу вам рассказать, что в магазине игр ImbaShop стартовало глобальное снижение цен. А все из-за зимней распродажи, благодаря которой скидки доходят до 90%. Сколько? В магазине ты можешь купить любую из этих игр и кучу других. Сканируй QR-код на экране, либо переходи по ссылке под видео. Поспеши пока на сайте такие скидки. Не, ну камон, я не успеваю регениться. А что такое? Я просто стою. Мне достаточно просто не пить. Ребят, ну отойдите, дайте им задефать. Да тут не бесполезно, по-моему. Я отошел. Сейчас, ну, нейтралку у них забрать. Не-не-не, вы прям все отойдите и дайте им задефаться. Не, я отошел, я дал, я это не бью. Мужики, отойдите, дайте им задефаться. Влад, кстати, да, говорит, а у нас, типа, ну, пачка рандомов из нашего Дискорда. Да, забыл совсем. Я бегу. Все, они задефались. Давай драться. На мужика. О, меня убили наконец-то. Я потрачу свои 20 тысяч голды. Два скилла и вот это вот все. Ага. Привет. Привет. Ладно. Спасибо, хиппи. Я отправился на базу наконец-то. Обращайте. Не, ну короче, это грязь, по-моему. Я могу сейчас грязь сделать. Да и так нормально, вы чё? Так, а тут же есть еще какие-то апнутые предметы, да? Апнутый хекс. Ну еще, наверное, вот это вот. Ну, смотри, отогнали немного. Ну это ж хорошо. А вот сейчас я с ними поговорю. Сало на сале. Я тоже хочу такой ботинок. Что-то они там все поумирали. Что-то, да? По-моему, да. Ну, меня бить нельзя. У вас Саня встал 15, Саня. Но... У нас встал Саня и подошел. Только дайте адефаться сначала. Да я умею задефать. Дать ему дефаться, да? Ну, конечно. Мы не мучаем, они сами хотят и дефают. Нужно сказать вот это в общий. А хотя, ребят, в принципе, ну не справятся, я думаю. Пусть задефаются. Пошли Рошана убьем. Пошли. Его нет. Он должен сидеть. Ну, какой сидит тут? Подожди, а где Рошан? Его нет. Он должен светиться, а его нет. Так его, в принципе... До сих пор не появился или его убили? Ну, не появился он. Вот хоста есть. Я возьму. Не возьму. Так, ребята. Заменяю Рошана. После трона идет драться. Там же трон не последний. А, трон не последний? Давайте подеремся. Только нужно будет предупредить, чтобы нажали. Все, я бегу, парни. Сейчас. Нормально, я там повпитывал. А можно меня убьют? Ребята, привет. Бейте меня. Кто-нибудь. Что-то нас всех поубивали? Не, я в ББ-ка умер. В буме почти не хилишься, а потом этот, я, ну, типа, хотел умереть, деньги лишние есть.
Все по баллам, да, скажи? Угу. Я куплю одну волшебную книжечку, а потом вот... Там тупо все на обратках. Можно и пообщаться. Как же ты живешь? Ну ты видел его скиллы вообще? Да, противники. Смотри, пацаны адефались нормально, молодцы. Дали шанс. Для веселья. Сейчас мы с Форой появимся. У меня еще волшебная книжка, вы это учитываете. Что за волшебная книжка? А вот это, посмотри, у Фуриона. Оп! Я немножко другой раз. У меня урона не 200, а 400 теперь. Так, отойти. Сюда их всех. Куда? Какой? Снайпер, остановись. Нормально, нормально. Отойти. Вернуться. Ай-яй-яй, а что это? Здорово. Мы отдафали, кстати. Я знаю. Ну все, дум перетерпеть. Надо. Обратку, пофиг. Да ты какой неубиваемый. Так, у меня есть скилл. А нельзя, да, просто так на базу прийти и нажать? Надо умереть. Нет, нужно это, да. Это скажите типам, чтобы не давали после катки. Ой, после трона. Это ты скажи. А я выключил. Тут трон падает, все, игра заканчивается. А-а-а, да ладно. Обидно. Нормально тебе там нароляли на скорость атаки все. Не ломаем главное, да? Я тут хочу стоять. Ох, ничего себе, меня там даже выиграло. Я не понимаю, кто там? А, кипкифом этим добило. Все, я пошел умирать. Снайпер, ты что там делаешь с ними? Пытаюсь что-то делать. А вот это там, блин, челик. Мне прям какие-то жесткие скиллы не поприходили. Ты можешь покупать еще? Да. Денег полно же. Я свой, ребята, все. Да, эти мультикасты работают. Тебя бить себе дороже. Да, можно руки убрать от клавиатуры и мышки. Заканчиваем, Влад. Заканчиваем. Подожди. Это забавно наблюдать. На Никса. А я убью его сейчас, подождите. Да они не хотят со мной драться. О, ну думаю, это больно. Ладно, мы свои, мы стоим. Я бегу. Мы вернулись к жизни. Я пережил Дум. Но меня все-таки убили. Нормально, тебя там кокнули. Спасибо. Так. А это санстрайки, конечно. Это не мои. Да, ладно. Санстрайки мои. Убермега противные. О! А то имба спал. Мне бы такую. Какой? Ульта бы давно. Ну, там он давно. Но скоро да. Реально сильный. Это жестко. Заканчиваю? Да, там все падает. Ну что, вот такая у нас сегодня получилась довольно веселая игра. Полученный урон 106 тысяч. Там вообще 132, 330 нанес, кошмар. Но, в принципе, кастомка довольно веселая, интересная. Я надеюсь, что она вам нравится, и вы не забудьте поддержать видео лайком. Вот давайте, вот те, кто досмотрели до этого момента, прямо сейчас опускаемся под видос, жмем лайк, и увидимся в следующем видео. Пока-пока.